Так, вот она, святая святых. Марки доктор Хашка. Где много-много-много различных средств. И тех, которые я уже давно и нежно, трепетно люблю, и тех, с которыми мне только предстоит познакомиться. Всем привет! Итак, сегодня я нахожусь в гостях в штаб-квартире марки «Доктор Хаушка» в Москве. И сегодня я поговорю с косметологом и с менеджером по развитию марки «Доктор Хаушка». Позадаю вопросы. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Впереди еще очень-очень много интересного. Добрый день, меня зовут Марина, я менеджер по развитию косметической марки «Доктор Хаушка». А марка появилась в 1967 году, и в этом году она отмечает 50-летний юбилей. Основными веховыми личностями в появлении, в развитии, в строении концепции являются Рудольф Хаушка, в честь которого была и названа косметическая марка, и несравненная Элизабет Зигмунд, которая принесла огромное количество знаний, инноваций, идей в косметический уход, в идею прикосновения и в знания о правильной физиологической работе нашей кожи, которой марка «Доктор Хаушка» и старается поддерживать. Марин, я действительно заметила, что концепция марки «Доктор Хаушка» очень сильно отличается от концепции основных профессиональных марок по уходу за кожей. Вот не могли бы вы подробнее немножко рассказать мне, как специалист? Одной из самой нашей ключевой и большой главной особенностью является отсутствие применения ночного ухода в вечернее время. Это связано с физиологией, с философией марки «Доктор Хаушка». Дело все в том, что наша кожа работает не в тех же временных руслах, что и мы как организм развиваемся. Если мы наиболее активны в дневное время, то наша кожа, наоборот, активизируется в вечернее время. Дело все в том, что косметика марки работает с идеи не заменить, не заместить работу нашей кожи, а наоборот ее поддержать, ее активировать и разбудить. Наша кожа наиболее активна вечером. Вечером в ней происходит активное митотическое деление клеток, регенерация, обновление. Кожа ночью дышит, выделяет и обновляется. Если мы будем наносить толстый слой крема на ночь, то все продукты метаболизма, распада, дыхания остаются у нас циркулировать по кровеносной и по лимфатическому руслу. И нет возможности выделиться. И это является провоцированием зашлакованности нашего организма, появлением комедонов, появлением акне и отечности, например, у кожи под глазами, когда мы наносим толстые плотные крема на кожу вокруг глаз. Я знаю, что в принципе в косметике «Доктор Хаушка» не принято делить кожу по типам. Это действительно так? Это действительно так, потому что мы оцениваем кожу как большой работающий, думающий орган. Кожа у нас не является обособленным органом, она имеет такое же огромное количество функций, как и почень, печень, поджелудочная железа. Естественно, кожа находится под воздействием агрессивно окружающей среды, она у нас видоизменяется и по физиологии, и по строению, и по обменным процессам, в зависимости от сезонов и в зависимости от дня суток. И поэтому подбираем крем в зависимости от состояния кожи, понимая и помня, что он регулярно, постоянно изменяется, либо под воздействием внешних факторов, либо от каких-то внутренних процессов, либо применения лекарственных препаратов. Марин, подскажите, пожалуйста, вот если нет такого четкого деления на тип кожи, как может та или иная девушка, барышня, ваша потенциальная клиентка подобрать для себя правильные продукты от марки «Доктор Хаушка»? Конечно, у нас для облегчения подбора на этикетке, в инструкциях везде прописано, что этот крем наиболее актуален для сухой кожи, либо для чувствительной, либо наиболее актуален он для жирной. Вы можете об этом почитать на инструкции, а также для более грамотного подбора косметических средств обратиться к косметологам марки «Доктор Хаушка», который проходит двухэтапный период обучения, имеет сертификат международного класса и могут грамотно и квалифицированно подобрать весь косметический полноценный уход. То есть я так понимаю, что лучше всего прийти к вам в центр, пообщаться с вашими специалистами, да, и здесь на месте уже попробовать какие-то средства, попробовать процедуры и подобрать здесь уже персональный уход. Да, конечно, косметологи есть непосредственно в нашем магазине, в нашей аптеке, где мы находимся, и с нами сотрудничает огромное количество косметологов по всей России. Также для вашего удобства у косметики «Доктор Хаушка» практически все косметические средства есть не только в больших объемах, но и в мини-форматах, которые удобно брать с собой в дорогу и использовать для первоначального знакомства.
Также сформированы два набора, в которые входят средства очищения, базисного ухода и интенсивного ухода, как и маски, так и средства для распаривания. И в таком же ключе сформирован набор для нормальной и сухой кожи, для чувствительной, где также представлены средства очищения, тонизирования и три средства дневного ухода, которые, попробовав каждый, вы можете определиться, которые наиболее подходят и актуальны для вашей кожи. Так, еще, насколько я знаю, замечательная особенность этих миниатюр, что они очень-очень доступны по цене, и действительно, вот купив такую маленькую штучку, можно понять, насколько вам подходит или не подходит данный продукт, и также вот лично я подобную миниатюру с удовольствием беру с собой в поездки, и они меня спасают. Марин, а подскажите, пожалуйста, какие вот лично у вас любимые продукты от марки Доктор Хаушка? Я думаю, что вы, как никто другой, разбираетесь во всей линейке и пробовали, и тестировали не раз уже и новинки, и старые продукты. Конечно. Мой самый любимый продукт, это мой must-have, это пудра для тела шелком. Самое популярнейшее, любимейшее средство для использования – это сухой шампунь. Данная присыпка, данная пудра, она достаточно белая, но когда вы наносите ее на кожу головы, она становится прозрачной, даже на моих волосах ее не будет видно. И также как средство после эпиляции, которое снимает покраснение и воспаление, и раздражение. Также одно из моих самых любимейших средств – это компрессы для снятия усталости глаз. Это необыкновенное средство, которое действует непосредственно на слизистую глаза, как снятие раздражения, слезотечения, конъюнктивита. Даже в период полиноза сейчас, когда у нас активные аллергические реакции, можно применить данный компрессик в качестве компресса, выдавив на 1 ватный диск, приложить на 10-15 минут на ненакрашенные глаза, и глазам становится гораздо комфортнее и приятнее. А как капли для глаз тоже можно использовать? Нет, это не используется как капли, это только как в качестве компресса. Любимейшим, необходимейшим, поскольку я молодая мама, это бальзам для губ, который я могу нанести и себе, и ребенку, как в летний период, так и в зимний период. И не только нанести его на область губ, но и весь на носогубный треугольник, поскольку он имеет необыкновенно приятный цветочный медовый аромат, как дополнительная ароматерапия, как профилактика каких-то вирусных заболеваний, и очень хорошо смягчает и восстанавливает губы, заеды и предотвращает их шелушение. И один, наверное, тоже одно из многих любимейших моих косметических продуктов – это восстанавливающая маска. Revitalizing mask. Revitalizing mask, да. Сейчас я в руках держу, это салон size, размер для косметологов. Профессиональный, да? Да. И у меня были достаточно большие проблемы с постакне, неровностью кожи после прохождения. И эта маска очень хорошо восстанавливает структуру кожи, успокаивает, снимает покраснение, раздражение, сужает поры и матирует кожу. И вы мне сказали, что вы ее используете в ежедневном. Да, все маски имеют нашу кремовую текстуру. Их можно использовать как маски в качестве интенсивного ухода раз в неделю толстым слоем на все лицо, включая область вокруг глаз. И они не будут требовать смывания этой маски, достаточно их убрать, если есть какой-то излишек. Я ее использую в качестве ежедневного ухода, как база под макияж. То есть поверх дневного крема. Это еще один слой? Нет, это мой дневной уход, это мой дневной крем, и сверху я наношу тональную основу. И одновременно база под макияж.